Завершился он с огненный матч. 1/8 чемпионата России в Сочи. Золотой одерживает победу над Фортуной ГФ. Сели после матча в пенальти. И на наш вопрос отвечает, наверное, лучший игрок золотого в сегодняшнем матче Дмитрий Дробыш. Дим, поздравляю с победой. Поделись первыми эмоциями. Ну, во-первых, спасибо за поздравления. На самом деле эмоции только положительные, потому что Фортуна – это тот соперник, ну, питерский, во-первых. С питерскими вообще неприятно, мы все друг друга вообще знаем наизусть. И игра такая получилась, в принципе, то, что они играли так, как мы планировали, соответственно, и наоборот все получилось. Но радость от победы, прям эйфория пока что, но готовимся дальше к завтрашнему дню. Ну ты, если я ничего не путаю, да, прошлый матч в Санкт-Петербурге с Фортуной не доиграл. У тебя были какие-то сегодня особые желания доказать, проявить себя? Да нет, в принципе, потому что все-таки уровень соревнований, он разный, да, и там были немножко другие эмоции, потому что регулярно все-таки чемпионат, здесь же игры на вылет уже, и поэтому, в принципе, были только эмоции сыграть хорошо и попробовать, ну, показать себя, может, даже в какой-то мере. Спасибо.